И Галапагос. Котлеточки. Котлеточки. 2006. Котлеточки. 2006 года. Пыром, рапиры наперх тарил бы. Перекусил бы сыр, что с дырами. Мирными дозами курил бы, пил бы. То, что возятся стаканами, пакетами, папирами. Уходят корабли в Подмосковье, где Просковья бережет здоровье, не пьет на застольях, пока все моют под нос. На-на-на. Я говорю, мне похуй, я с Узбекистана. Был бы трактористом Васи, ну представьте, с комбайнером Коли целый день бы ганджу басили. Трактор раскрасили, траву скосили, и вместо нее бы капусту посадили. А если был бы дворником, ну, дядей Димой, то раз в день, ну, хоть полтинник находил бы и накопил бы, пошел, купил бы. Хотя очень долго не дожил бы. Вот классно бизнесменам, деньги, машина. Замутил бензина и за травой поехал. А я смотрел в фильмах, как богачей доили. Забить на все, лишь бы деньги были. Бабы давали, траву они качали, чтоб неудачников задушила зависть. Чтобы братва трещала от моего кумара и угощала меня, угощала. Курение серьезно вредит вашему здоровью. Папиросы бум-бум, паровозы ту-ту. Головы зеленые, набирают высоту. Варим, жарим, курим, парим. Дарим веселье, качай головой, парень. А-на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 -
панорама. Я и трафо, как хлеб и рама. Легкий день и дым дрожит очень долго. На штакеты руки нападают волком. Кричу, хочу в долину чу. Чу-чу-чу, когда-нибудь полечу я туда, когда деньги будут. Буду дышать воздухом полной грудью. Построю дом на